Личный состав 21-й ордена Жукова, бригады оперативного назначения. В честь памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, построено. Временно исполняющая обязанность командира бригады подполковник Герасимов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! 7 апреля в 21-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения войск Национальной гвардии скорбная дата. Вспоминает военнослужащих, погибших во время воинского долга. Торжественное мероприятие состоялось на плацу бригады. В этот день мы отдаем память нашим боевым товарищам, их мужеству, отваге и жертвенности. Выражаю отдельные слова благодарности родным и близким погибших боевых товарищей за ваше мужество, терпение, стойкость, не зря на удары судьбы. Дата выбрана не случайно. 7 апреля 1991 года погиб первый военнослужащий бригады лейтенант Олег Бабак. Указом президента ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Бабак наш герой Советского Союза. Кому стоит здесь памятник, вот мы его очень почитаем. Бывают, приезжали его родители раньше, когда это было возможно. Теперь немножко границы, так сказать, стали существовать по-другому. Поэтому мы их помним, мы с ними общаемся, бригада им помогает. А 7 апреля 1995 года еще 11 военнослужащих бригады погибли в бою за деревню Самашки. Всего за время существования бригады погибло 109 бойцов, среди них и Михаил Ботин. 29 ноября 1996 года он расстался с жизнью под Хасавюртом. Ему было всего 23 года. Его мама Маргарита Анатольевна регулярно приезжает в бригаду на День памяти из Сергиева Посада. Знаете, уже 25 лет прошло после гибели сына. И начиная с 97 года я ежегодно приезжаю сюда на День памяти. Вообще очень трогательные встречи. И честь стала как родной дом. И помощь они оказывают, и внимание. Ну, в общем, очень все душевно, трогательно. Суфринская бригада в постоянном контакте с матерями и вдовами погибших бойцов. Женщины регулярно приезжают на праздники и в скорбную дату. Потеряв близких, они обрели новых друзей и защитников. А значит, никогда не останутся без помощи. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.